Поехали. Здорово. Хочу рассказать такую интересную штуку. Вот наболело, скажем так. Вот. Некоторые люди, я смотрю по видео под комментариями, пишут такие вещи, да, что как же мастерски Шамшурин разводит людей на деньги. Вот хочется прокомментировать этот момент. Поводу разводит. Да, я недавно еще говорил тебе о тренинге Сатори, который я прошел сам и буду проходить его в июне еще раз. И я жду этого момента с нетерпением, за который я также заплатил денег. Вот. И что хочу тебе сказать, мужик, у человека всегда есть какой-то выбор, да? Ты можешь выбрать для себя вот то или иное. В данном случае тренинг – это то, что помогает, то, что дает какой-то результат. Тренинг должен стоить для тебя каких-то денег, потому что только тогда у тебя будет значимость этого тренинга, будет мотивация делать. Ну, кого-то, правда, и деньги не мотивируют. Люди приходят, отдают по 150 тысяч, потом передумывают ходить, но это их личное. Возможно, они на втором занятии уже находят девушку своей мечты. Во-первых, это должно стоить денег, потому что это тебя мотивирует. Во-вторых, ты понимал, в жизни вообще мало чего хорошего дается бесплатно. Отсюда я, пожалуй, вот скажу тебе, что я очень не люблю вот этих всяких халявщиков, которые приходят на всевозможные бесплатные семинары, мастер-классы. Они ходят на них до бесконечности. Почему не люблю халявщиков? Потому что я в свои 31, как бывший житель сельской местности, человек, который в прошлом был очень беден, я уже как бы смирился, наверное, с тем, что все в жизни стоит чего-то, за все что нужно платить. И если даже не деньгами, то какими-то своими ресурсами, может быть, сном, силами, усилиями, временем, ленью, там еще чем-то. То есть все в жизни чего-то стоит. И люди, которые так или иначе добились успеха в жизни, они, ну, почитай биографию любого успешного человека. То есть они так или иначе чем-то платили за свой успех. Иногда это был адский труд, это было платой за свой успех. Поэтому я скажу так, что халявщики – это те люди, которые никогда не добьются ничего в жизни, потому что они всю жизнь будут искать что-то за бесплатно, что-то, за что не нужно ничего платить, ничего отдавать. По поводу разводишь, еще раз, мужик, ты всегда можешь оставаться в жопе. Вот включи свою логику. Ты видишь видео на моем канале, ты их смотришь каждый день стопудово там, и так далее. То есть не надо говорить, что я случайно зашел. Вот. И ты видишь, что там есть информация, которая помогает. Ты действительно можешь пойти применить ту информацию, которую я даю, посмотреть, как я подхожу, если я что-то рассказываю, как надо говорить, что надо говорить. И очень многие люди, слава богу, это применяют и реально получают результат. То есть, если та информация, которую ты видишь в бесплатном доступе, дает тебе уже какой-то результат, и очень много благодарных писем, спасибо вам, ребят, за благодарности, которые вы пишете ВКонтакте, в комментариях, что вы делаете, у вас получается. Соответственно, это как минимум получается. Что такое тренинг, в моем понимании? Это то, что, ну, на видео ты видишь очень маленькую часть того, что я могу дать. Да, это моя работа, мне нужно тоже как-то жить, мне нужно двигать свои проекты и так далее. Я считаю, что это мое призвание, мне нравится этим заниматься, и плюс на этом я еще зарабатываю деньги, и это нормально, потому что я трачу очень много сил и энергии. Иногда прихожу домой, просто падаю вот так вот звездой. И это должно быть чем-то компенсировано для меня. Поэтому тренинг стоит денег, да? И я тебе так скажу, что в бесплатном доступе очень мало информации, но если ты заплатишь за эту информацию какую-то сумму, ты получишь намного больше фишек, техник, состояний, способов борьбы со страхом, с самомотивацией, чего-то. Но это выбор каждого. Ты можешь просто смотреть так же, как на мои видео, так же, как и на красивых девушек. Мы вот сейчас только находимся на Фимоле и видели, как идет девушка красивая, такая с классной попой. И за ней идет чувак, и он прямо так неотрывно смотрит на нее. И я понимаю, что, возможно, у нее в голове вот момент мысли, что я бы с удовольствием сейчас там с ней занялся сексом, возможно, женился на ней. Но он даже, наверное, не задумывается над тем, что, а сейчас представь, можно взять и подойти. То есть люди еще раз делятся на тех людей, которые привыкли смотреть, и которые, вторая категория, которые привыкли делать.
Если я могу дать тебе какой-то толчок, какой-то механизм, который работает, а тренинг это просто мощнейший механизм, неважно, онлайн, не онлайн, я выкладываюсь по полной на 100%, то он, естественно, для тебя должен чего-то стоить. Поэтому, мужик, ты, который написал последний комментарий, что я грамотно развожу людей на деньги, можешь оставаться в жопе. Я искренне порадуюсь любому твоему выбору. Как-то вот так.